Российское движение школьников – это общероссийская организация. Президент Путин выступил с инициативой о его создании в октябре 2015 года. Идея сразу получила поддержку в политических и общественных кругах, ведь в ней заметна попытка возрождения пионерства. Мы очень гордимся, что нам посчастливилось в России родиться. Мы гордимся наследием Пушкина и Толстого. Уважаем человека любого. Стараемся быть людям полезными, трудом преодолевая лень и болезни. Пилотное отделение российского движения школьников заработало в Кубинке. За неполный год существования отряд уже успел провести несколько спортивных мероприятий, кадетские игры и даже принять участие во всероссийском молодежном семинаре. Действительно, очень много и малышей, которые требуют заботы, да, и пожилых людей. Особенно людей, вы подчеркнули, одиноких людей. Деятельность отделения стала широко известна в районе, так что посетить инициативных школьников решила и Гильда Бот, ветеран педагогического труда. Опытный преподаватель, она высоко оценила работу ребят. Они, в свою очередь, приняли Гильду Александровну в свои ряды. И разрешите вам вручить значки и сертификаты. Спасибо. Российского движения школьников. Спасибо большое. Российское движение школьников создано по образу и подобию пионерских организаций времен Советского Союза. Воспитанные там ребята с годами превратились в профессионалов и патриотов, которые смогли построить передовое государство и сохранить страну. Возрождение традиций того заслуженного пионерства позволяет надеяться на доброе будущее России. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».